Развитием сельского туризма заинтересовались областные власти. Сегодня разрабатываются туристические маршруты по наиболее интересным местам региона. Наиболее перспективными для развития являются около 15 районов Саратовской области. Из них выбрали три, которые стали пилотными. Сегодня утверждено несколько вариантов туристических маршрутов по объектам сельского туризма. В их числе тур выходного дня для школьников и объекты для тех, кто увлекается охотой и рыбалкой. Наиболее популярным туристическим маршрутом сельского туризма относится автобусная экскурсия на строительную ферму в турбазе «Избушка» поселок Звездный Английского района, а также тур в Новоуральский район с посещением туристической базы «Золотая форель», где можно выловить осетра, форель, сама и другие рыбы.